Всем привет-привет! Сегодня небольшой будет влог. Мы приехали в деревню и немножко вам покажу видео с деревни, некоторых животных и, конечно же, покажу, раз мы приехали, то орхидею в земле, которая растет. Вот так вот хорошо в деревне лето. Молодая свежая картошечка уже есть. Класс! Уже сегодня кушали? Вкусняшка. Особенно со сметанкой, с укропчиком. Пошлите, я вам немножко еще цветов покажу. Очень много-много-много-много лилий завязывается. Скоро уже распустится. Я приеду и покажу вам. Очень-очень-очень-очень сильно люблю лилии. Их тут очень много. Сейчас шикарную вам розу покажу, которая уже выросла и превратилась в огромный куст. Такая вот красота. Уже почти вся распустилась. Правда, сегодня прошел дождь. Знатно цветы потрепались. Но еще есть и слабо распустившиеся такие бутончики. Такая красота. А еще так классно, когда в теплице вот пахнет листиками помидорок. Это вообще... Смотрите уже, какие выросли. Большие, красивые. Еще также цветочки формируются. Помидорчики растут. Немножко вам огурчиков. Такие все классные колючки, малыши такие. В общем-то, хорошо в деревне летом, это факт. Ну и коль мы на даче, то, конечно же, я вам покажу орхидейку, которая растет в земле. Она уже начала раскрывать свои цветочки. Свои прекрасные пурпурные такие цветы. У нее дальше еще растет цветонос до сих пор. Очень много ответвлений со старого цветоноса. И снова немножко веточка там загнулась. Уже ничего не сделаешь. Или вот так хотя бы мы. Вот так, чтобы она не касалась. Ну что, получилось у нее 1, 2, 3, 4, 5, 6 ответвлений. Тут вот что-то тоже набухает. В общем-то, 6 ответвлений. Вот такая вот пышнулька. И в ней я насчитала цветов вместе с бутончиками 58 штук. 58. То есть это будет шикарное. Не шикарное, а просто, я не знаю, прелестное цветение в этот раз. Еще больше, чем в тот раз. В тот раз вроде под 40 было, а сейчас под 60 цветов. В общем-то, классно. Я в восторге от этой орхидейки. От этой красотки. Это класс. Это супер. Просто нету слов. У нее сейчас дальше растет этот лист. И растет маленький лист. Прекрасная у нее расцветка листа идет. Очень мне нравится. Ну и вот, как и обещала, показала вам еще раз эту орхидейку. Супер класс. Чудесное цветение. Повторюсь, я в восторге. Еще очень много кустиков всяких хризантем. Они мне тоже очень нравятся, потому что
во-первых, долго стоят, когда срежешь их. Ну и в кусте они тоже красиво смотрятся. Причем-то их тоже очень много. Еще одна роза очень красиво заплелась в такую дугу. Такая же, как и там, в кустике. Такая вот симпатюля. Тюля-тюля. Сейчас очень много фруктов, ну, именно ягод. Уже черешни, вишни есть. Так что самое классное — это есть грязную с грядки. Конечно, это плохо, но это самое-самое-самое вкусное. Вот такие вот дела. Но это не все. Я хотела вам еще одну прелесть показать, пушистую. Ну что, пошлите. Пока идем, вам вишенок поснимаю, покажу. Уже начали собирать. Очень-очень-очень ее очень много. Уже начали компотики катать. Ну что, мы двигаемся к пушистикам. А вот мы и пришли. А вот они и пушистики. Так, не выходим, не выходим. Хорошки. Такие забавные. Уши. Одно висит, другое стоит. Такие уже. Иди сюда, я тебя поглажу. Иди сюда. Что ты такое? Вот это такое. Красавцы. Смотрите, какой забавный. Одно ухо стоит, а второе лежит. Эй, кролики. Немножко их попугаю. Пошлите других покажу. Тоже такой миленький, как далматинец. Миленький далматинец, ушастик. И еще один такой. У них уши висят. Мама была с висячими ушками, папа со стоячими. Получились такие. Одноушные. Эй! А эти уже такие большуны. Да? Вы уже большуны? Лежат. Обеденный перерыв, скажи. У нас обеденный перерыв. У этого прикольно ушки стоят так хорошо. Получился. Да, у тебя ушки стоят. Попрыгали. А вот этот вообще такой. У меня у дочки есть такой плюшевый зайка. Он реально такой же, как и этот. Смешной, и у него висят ушки. Да, у тебя ушки вообще висят. Ты такой мимишный. Так, мы его сейчас перевернем. Давай, кушай. Кушай. Не хочешь, но хочешь там. Да. Такой, как кот. Ты такой, как кот, со своими ушками-лопоушками. Куда ты побежал? Такие вот кролики. Ну и все, на этом все. Всем на сегодня пока. Махайте кролы своими ушами. Пока-пока. Будем заканчивать наше видео. Все. Всех целую. Всем пока.